спасибо большое, что вы задали этот вопрос. Дело в том, что я видела сообщение о том, что, по-моему, парламентская делегация Армении посетила Бучу. Да. Вы знаете, ну, наверное, парламентская делегация Армении готовили соответствующие материалы, справочные относительно того, что там произошло. И наверняка у парламентской делегации Армении, которая была в Буче, есть список жертв, которые киевский режим приписал якобы российской армии, что якобы это российская сторона убила этих людей. Да. Так мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной. Мы 2 года не можем добиться того, чтобы нам хоть кто-нибудь, включая и организацию Объединенных Наций, предоставили бы данные со списком людей, которые якобы там погибли. Я думаю, что прекрасная возможность это сделать. Мы видели, как посещали этот город бесконечные делегации Европейского Союза, США, НАТО. Как вы понимаете, мы сейчас с ними не общаемся никаким образом, и что-либо от них ждать хорошего или конструктивного не приходится. А вот с армянской стороной мы поддерживаем регулярный контакт и очень надеемся, что список людей, которые якобы погибли, как об этом заявляет киевский режим, нам армянские друзья передадут.